Интересно ваше мнение, да, насчет этого мероприятия. Вы тоже участвуете впервые, да, наверное? Да, да. В общем, позиция у меня очень простая. Мы против геноцида абсолютно как бы любой нации, да, просто чтобы люди не убивали других людей. Вот и все. Поэтому мы сейчас на этой акции, ну, как бы, поддерживаем мир, по сути, что, ну, в наше время очень важно. И сейчас Россия тоже, да, борется за того, чтобы геноцид не был в Донбассе, в Луганске. Что вы скажете об этом, о всей этой войне? Я скажу, что люди не должны убивать других людей. Мне не так важно, какая нация убивает какую нацию. Главное, чтобы одни люди убивали других. Вот и все. Все должны жить в мире. Спасибо.